И вот оно, село Верхнее Харьзу, вернее, его главная улица, которая на время прохождения Беринги становится одним большим стейкаутом. Сюда приходят каюры, и вот самое интересное начинается после финиша, поскольку гонка на самом деле не заканчивается в тот момент, когда спортсмен пересекает финишную черту. Начинается уже подготовка к следующему дню, поскольку, ну, во-первых, собак осматривает ветеринарный врач, раз. Во-вторых, начинается готовка еды для собак, это два. Дальше, опытные каюры обязательно массируют собак, чтобы выгнать молочную кислоту из мышц, чтобы завтра собаки уже выступали успешно и сегодняшний затяжной этап не давал о себе знать. В общем, еще у каюров дел, ну, наверное, где-то на час с лишним. Все?